Ариан Тютерин начал вяло, но концовку он очень красиво сделал, потому что с таким борцом, тем более с кубинцем, по 4 балла он два раза провел прием и 4-4 набрал. Это очень делается в такой схватке. Так что я очень рад. А выступление российской сборной, я считаю, что хорошо выступает российская сборная. И я думаю, что в финале российская сборная будет. Я на это надеюсь.